Всем привет! Сейчас я буду продолжать работать со своим тортиком. Я вот сделала крем сейчас. Он из-за... Здесь крем-чиз, сливки и сахарная пудра. Я это все вместе сбила. И все. И хочу я украсить тортик. У меня вот, смотрите, вот такой есть микрофон. Подходит под кофточку, как бубончик. Сегодня у моего мужа день рождения, и вот поэтому я делаю этот тортик. Я очень долго думала над подарком, потому что, ну, в принципе, у него все есть, у мужа. И на самом деле даже не знаешь, что дарить мужчине. А женщине как-то легче. А для мужчины тяжеловато. Ну, я всегда, если что-то дарю, я стараюсь что-то такое для здоровья. Раньше дарила одежду, но теперь уже одежды много. Потом перешла что-то такое для здоровья и вот тянула. И вот тянула до последнего, только вчера пошла, купила подарок. Я попозже покажу, что это. Отмечать день рождения мы будем только со своей семьей. И вечерком вот... отметим с тортиком. Это традиционно, если даже нету времени, но мы обязательно должны купить тортик или приготовить и порезать и съесть. А в субботу мы поедем в ресторан. Так, сбоку я сделаю как бы цветочками. Цифра 3 готова, боковые части украсила. Теперь цифру 5 будем продолжать украшать. Потом еще, конечно, обязательно сверху. Вторая цифра готова, боковая часть. Здесь, конечно, было нелегко это все делать, так как мало места вот здесь внутри. Но ничего, я справилась. Теперь дальше будем сверху. Теперь цифру 3 возьмем. Тоже так сверху края сделаем. Цифра 3 тоже готова. Теперь буду украшать фруктами. А фрукты у меня такие. Это киви, клубника, манго и персик. И я все мелко нарезала. И теперь хочу как бы... чередовать фрукты. Просто буду сверху класть и как бы делать полосатым тортик из фруктов. Теперь желтенький цвет, красный цвет, персик получается как бы оранжевый цвет, да, больше похож на оранжевый, наверное. Дальше у меня опять пойдет зеленый цвет, желтый опять и красненький цвет. Такой яркий тортик получится, разноцветный. Пахнет хорошо фруктами. Одна цифра готова, цифра 3. Так, теперь буду делать цифру 5. Красиво, да? Хвалите меня, пожалуйста, скажите, что красиво. Напишите в комментариях, красиво или нет. Но я думаю, что очень красиво. Я просто очень люблю яркие цвета. Давайте начнем с зелененького.
Надо осторожненько, чтобы не падало, не портило манго. Потом пойду в магазин, еще мне надо купить шарики, чтобы какую-то такую праздничную атмосферу создать. Еще мне надо взять подарочную бумагу, которая обворачивает подарок. Оранжевый цвет. Включила тихую, спокойную музыку. Удивительно, мои попугаи молчат. А то, когда я разговариваю, снимаю видео, они начинают тут чирикать мне во все горло. Упс, упала. А сейчас что-то удивительно, они молчат. Зеленый – это киви. Желтенький цвет. Надеюсь, мужу понравится. Как вы думаете? Что-то у меня освещение какое-то, не знаю, видно хорошо, нет? То мне кажется, что слишком ярко, то кажется, что слишком темно. Меняю свет. Хочется, чтобы хорошо было видно, но посмотрим. Просто когда снимаешь, одно качество видео видно. А потом, когда ты загружаешь на YouTube, то у него чуть-чуть меняется цвет. Поэтому цифра 5. Так, продемонстрирую вам цифру 5. И продемонстрирую цифру 3. Вот, пожалуйста. Сбоку вот так. Такой какой-то воздушный, да, получился? Все делаю по настроению, как идет, так идет. Импровизация, в общем, да, как бы. Тортик готов. И угадайте, сколько моему мужу лет? 53 или 35? Теперь поставлю в холодильник и побежала на английский, а потом уже за детьми в школу и в магазин. Купила вчера еще цветочки. Хочу возле дома поставить, чтобы тоже как-то было празднично. Кстати, еще один у меня есть. Вот, еще один громадный букет. Пока вчера дети были на тэквондо, отвезла их на тэквондо. Поехала быстренько, купила. В гараж вчера спрятала. Я сегодня вот поставлю, когда муж с работы придет, будет красиво. Вот, ух ты, огромные, да? Красивые, пахнут. Хорошо, это осенние такие цветочки. Я вот куда их ставлю, эти убираю. А это поставлю. Красиво очень, да? Теперь совсем другой вид, да? Красиво. Так поближе покажу. Они еще откроются, будут еще потом красивее. И вот этот. Очень красиво. Главное, аккуратный такой букет. Такой ровный, аккуратный. Несмотря на то, что все мы заняты, у всех учеба, тренировка, работа, а сейчас муж на работе, вот придет только вечером, мне все равно хочется создать хоть какой-то мини-праздник, потому что этот день не вернешь, поэтому я стараюсь как-то вот сделать такую атмосферу, обстановку, и муж даже не знает, что
Я ему такой готовлю мини-сюрприз. Ну, я, в принципе, всегда готовлю так. Всегда делаю такие праздники и детям, и мужу. Хочу показать, что купила мужу в подарок на день рождения. Вот такая вот коробочка. Полезная вещь. Это для зубов, чтобы полоскать, промывать зубы. Это очень хороший, так скажем, профессиональный. Теперь заверну подарок в бумагу. It's a vanilla cake, yes. Sufyan say it's healthy cake. Полезный торт. Да? Красиво, Sufyan? Yeah. Mm-hmm. Samat, look at the cake. Mama made it. And then you bought that one? Huh? Oh, wait. I thought it was like together. This one I made it. I thought it was like together, 53. No, 50. Yeah. It's together. I don't know. Like, it looks like separate. Yeah. It feels like, да. It feels like 50. Видно отдельно. Доски у меня не было вот вместе, поэтому. Угу. Baby birthday to you.